Там можно поиграть за героиню, за девушку. Из Terra Wars, или как она там называется. Вот сначала туда сбегаем, я полагаю. Финал Фэнтези. 15. Terra Wars, наверное. Во, как его стартовать? Версия должна быть 1.26. Я не вижу, где название версии. Давай, Шерп. Так, вам надо быть на пятой главе или позже. Вы можете достигнуть этого квеста даже в лейтгейме. Вы должны играть за Ноктиса. Нельзя будет сохраняться, пока я буду его выполнять. Ладно, давай загрузимся. Какой сейв выбрать? А, ну самый последний. Ох, я забыл даже как играть. Да. А как? Я не понимаю. А, он появится у меня сам автоматически, насколько я понимаю. Хочу пройти уникальный квест. Блин, а как здесь драться? Кружок, по-моему, надо держать. Квадрат уворачиваться, R1 лоб, треугольник метать нож. Мне не изменяет память. Блин, мне нужен человек, который бы менял название дэшборда. И, блин, на Twitch заходи. Ну ладно, пусть будет там Last Guardian написан. Так, задание. Во, близкие контакты земного рода. Подожди, это куда мне надо? Блин, как вообще играть в это? Ага, все, вижу. Я бы упомянул это, как мне кажется, редактор. Да и... Понятно. Если бы я мог, если бы... Да, боксинг. Типа, блин, цветовая гамма, по-моему, ужасная, нет? Давай пойдем в настройки. Не нравится, как она выглядит. А, память, тема, звук, экран. Настройки вывода. КБ автоматически. Вернем обратно все. Блин, не. Это похоже у меня это, глаза вытекли после Last Guardian с его освещением. Не знаю, Last Guardian хорошая игра на самом деле. Она не для всех. Она очень своеобразная. Надеюсь, новая игра от Майка скорее выйдет. Выясните, откуда доносится голос. Серьезно. Игра. Нет. Это за бред. Ты такой запускаешь? Ну,
ничего не предвещало в беды, как какой-то голос доносится. Откуда? Что? Почему? Почему после сейва не покажет нам заставка о том, что Ноктис спит, и ему слышатся голоса из разряда «Приди, помоги». Почему? Что? Они даже в этом... Square Enix. Патчем игру, лажаем на патче. Как? Что? Ой. Ну, кстати, DLC за промты говорят неплохое. А за Гладиолус она вроде короткая. Так что, Бендарин, не переживай. 15 финалка закончится. Да и все ее не любители. Там не беспокоились. После 15 финалки, наверное, Uncharted, затем Нео. Блин, я хочу на плойке во второй поиграть во что. Там много клёвых вещей. Там же RPG. Слышали. И вот шутки шутками, а Lost Guardian, по-моему, пока самая лучшая игра на PS4, в которую я только играл. То есть лучше Infamous, лучше Uncharted, лучше 15 финал. Хотя и клубы, конечно, сравнивать, но все-таки. Учитывая, что ты прошел на PS4. Ну да. Ну типа... Поживем, увидим. Но пока... Да. Хисо-хисо. Ну и причем, если учесть то, что я любитель Тимайка и прочего-прочего, то... Для меня, так сказать, это как это. Любитель финалки, но я сейчас буду играть в 15 финалку очень много. То же самое, что-то в этом роде. Начиная совместно Star Wars задание, избрание судьбы и четвертый мир, игра будет сохранена. У вас не будет возможности сохранить игру. Кроме того, некоторые функции будут ограничены. По выполнению совместного задания вы вернетесь на титульный экран. Во время игры у вас будет возможно начать задание заново, выбрав его в меню задания. Посмотреть место, откуда слышится голос. Да. Он оказывается в другом мире, который постепенно разрушается под воздействием некой таинственной силы. Ноктиса призвали сюда, чтобы он спас этот мир. О, смотри, полоса загрузки, кстати, поменялась. Он теперь не просто кружок, там как... А, это человечек, типа DLC, типа данж. Окей, я понял, хорошо. О, пока идет загрузка, я, наверное, дэшборд успею менять, да? Нет, не успею. Эй, проснись. Я зачем я начал читать субтитры, если я их никогда не читал? だよ。分かったって。今起きる。よかった。眠っていただけなのね。誰だあんた。私はサラ。そんなに警戒しないで。あ、怪我してんのか。大したことないわ。 いいから。 Ну да, Вендарин. Я поэтому и решил проверить. Потому что я знал, что она здесь будет. И вроде за нее даже дадут поиграть, но это не точно. Она-то-га-ва-та-си-о-цу-ле-те-ки-та-ну-ка.
あなたも知らないみたいね。 Не, королыш смотря на внешне. Ира, Не, не там она дождь, кёрек шинай. Вот аж ему на камау сагасанаке. Кёрек ты вардем. Не, ты хаш мени, а рекара шираме машока. О, 人の話を じゃあ他にどうするの? ここにいても何も起こりそうもないけど Блин, я без его проходил трехчасовой данж с акробатикой. Интересно, насколько длинный этот будет? でも、あんたが勝手に決めるのはなしだ. Точно 8-часовой будет? ごめんなさい. Вот это да. 年下のことをずっといたから、ついね. Ха? Кстати, игру, наверное, потише, да, надо сделать? Или нет, или нормально? Меня же слышно? Или я тихий? Просто я же убавлял громкость, все дела. О, она за нами ходит. Подожди, а я могу прокачать навыки? А, я меню вызвать не могу. Окей. Шоуэки, митай дана. Торинай митай, не? Громче, чем игра. Ну ладно. Если нам будет убавить игру, тогда скажете. Потому что если я запущу Uncharted, я явно буду очень тихим. Шигеми га угойте ита ва. Нанико иру но ка? Котчи но хо жанай? Блин, идите ногти слепой. Хотя я тоже ничего не видел, но все-таки. И привет, Алекс. Этот мир без еды, что ли? Изо-изо. Нанда, койц. Нанико, иттер. Ваташ-тачи ва... Хисо-сейджин... Десу? Хисо? Сейджин? Тейюка, котоба вакан но кайо? Изо-изо. Эээ... Соу-да-то? Поставка пройдет. О, ханасе-те-буши. Изо-изо. Короче, от Нобуэ Уэмацу у него есть игра Terra Wars. И в новом патче добавили в качестве рекламы дополнительный квест, связанный с этой игрой. И вот, собственно, персонажи оттуда. Я его только что начал. И здесь нельзя сохраняться. Ну, типа квест-кроссовер, да. なにを分かったんだ。うん、とにかく虫歯も持ってやつから、この地を救ってほしいそうよ。全然分かんねえな。もっと話を聞いてみましょう。ね、詳しく教えてくれる？ヒソ。ヒソヒソ。ブリン、сейчас будем от инопланетян мир спасать, серьезно? Кто вас интересует? Кто вы такие? Умаро, сомо сомо. Хисо сейджин. Вы шутите? Ну, мы Хисо и есть Хисо, разумеется. Так, да, отлично. Задать такие философские вопросы о Ноктис. Такие экзистенциальные. На тебя хвалят? Говорят, ты философ. А? Я расскажу все, что я знаю. Что это за место? Цуга. Это незавершенный мир. Его создало священное существо, зовущееся Великим Древом. По указанию Великого Древа мы прибыли сюда, чтобы довершить начатое им. Но однажды, когда наша работа уже подходила к концу, явилось это чудовище. Это жуткое создание, стремящееся все отнять у нас. Пиратель. Расскажу все, что знаю. В каком смысле спасителя? Вот нас назвало двоих спасителями. Поначалу мы пытались сами дать отпор стирателям. Но он оказался слишком силен. У нас хватило сил только на то, чтобы создать большой барьер, который запер врага в руинах. Даже этот барьер, наша последняя надежда, вот-вот рухнет. Мы вознесли молитву Великому Древу. Мы просили явить нам спасителя, который одолеет стирателя и вернет покой в этот мир. И нам повезло. Древо не спасло нам ни одного, а сразу двух. И расскажу... А, ну да, что за стиратель?
Мы и сами не знаем. Не знаете? К сожалению, известно лишь это, что это жуткое создание хочет всегда изменить наш мир. Те, кто отправился на бой с ним, сгинул без следа. Так что мы даже не знаем, как он выглядит. Так этот стиратель, он что, хочет изменить наш мир? Да, сейчас нам достоверно известно лишь одно. Если мы ничего не предпримем, он разрушил большой барьер и поглотит весь мир вместе с нами. Нам пора идти? Идти? Куда? Старейшин. Он расскажет. Вы сможете избавить нас от стирателя? О чем он? Блин, ладно. Не буду никуда торопиться. Это не так медленно разговаривают, это просто ужас. Вот надо было им вот этой хисо-хисо, в кубочках не говорить перевод, и Сара такая выговорила, ну, переводила его речь. Мне кажется, так было бы быстрее, а то получается какая-то пауза в его фразе. Ну ладно. ここにも。ヒソヒソ。これで虫歯も戻ったやつを防いでるのね。ヒソ。ヒソヒソ。いや、俺は、もう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 、も
Я буду это, как прочту, буду скипать, то есть не буду держать прям вот паузу. Опа. Нани? Имано? Чо? Ой! Дошта-но? Бук-ковасу шика-не-ка. А, проломить. Ой, даже в ка. Блин, а чё они такие сильные? Мне, по-моему, отобрали оружие, нет? Я так мало урона вношу. Что они сделали? Экипировку я сменить не смогу, если что. О, у нее меч, кстати, есть. А музыка напоминает какой-то ремикс в финалке, кстати. Синдо. Доника наттава, не? Кега ва най? А. Нонико фумансо, не? どうかしたの? ああ、なんか息が合わねえなと思って。初めて一緒に戦った割にはうまくいったと思うわよ。 Мне уже не нравится этот квест. あれでか? ね、もう出てきて大丈夫よ。 バケモンなら倒したぜ。 イサイさん。 Намаси чем-то. Я не знаю, но она что-то напоминает. 無事でよかったわ。 イサイさん。 Придется, видимо, отправиться длинным путем. Бетсно руту аннай ште мадау кото ни натта кара. Сука. Блин, походу тут надо диалоги.
для восприятия, кто субтитры не читает. ついてきてって. Он чем-то похож на этого, на Пупу, или как, из восьмых финалов. Есть еще инопланетянин в Кронокроссе. Они все какие-то мелкие, с большой головой, похоже на из Little Big Planet. Я уберу барьер, идемте сюда. Говорит, сюда, пошли. Вот здесь мы и живем. Пришествие Хисо, сколько их тут? Да, Little Big Planet. А я что сказал? Смотрите, она кого-то привела. Это тот принц, о котором говорит. Никогда еще... Как? Что? Почему он так быстро разговаривает? О нет, бедный Ноктис. Эй, прекратите. Надо же, как дети тебя любят. Ведь принц, да? Настоящий принц. Принц это клёво. Ну хватит, я не понимаю, что вы говорите. Эй, принц, поиграешь с нами? А поиграй с нами в дочке матери, принц. Смотрите, что у него есть. Покажи, покажи нам, принц. Что ты делаешь? Стойте. А? Чего? Эй, а ну-ка прекратите. А ну вернитесь. Зачем надо было что-то брать? А, понял. Что-то брать? Что они забрали? Эй, где мой телефон? О, догонялки! Блин! Блин, где вот эти квесты были в финалке? Ну, смотрите, догонялки! Я поймаю тебя. Интересный квест. Господи. А, я поймал. Не, это не я. А, ну значит я ошиблась. Прикол в том, что крест это прыжок. И меня просят нажать на крестик, чтобы я его поймал. Да ёлки-палки. Стоп, где он? Да. И почему он как мыло звук издает какой-то? Или пузыри булькающие? Но так ведь делать нельзя. Простите. Не мне говори, а ему. Ты я же телефон нашел? Ой, кажется, одного не хватает. Хисо-хисо. Блин, и вот тут у меня уже, по-моему, такое чувство, что третий раз у меня чисто дежавю. Этот квест где-то я делал, где-то я убил, где-то я смотрел, а я о нем говорил. Помогите. Блин, я точно это не проходил, квест? Вроде бы нет. С тобой умалишилась? Но я хотела... Ты все пытаешься сделать сама. Сама сказала, надо работать сообща. А ты бежишь, сломя голову. Прости меня. Ладно, теперь мы будем действовать как команда, да? Ну да, вместе лучше. Хорошо, по крайней мере, мы друг друга поняли. Спасибо. А, ну что, теперь пойдем? Мы хотим извиниться перед вами обоими. Простите. А? Они извиняются? Да ладно, все же нормально. Хорошо, мы вас прощаем. Скажите, как будете готовы идти? Ага, дай нам минутку, чтобы подготовиться. Другим часом может быть известно, что нам поможет. Давай их выслушаем. После сюжет, блин. О, можно еще подбирать предметы. Типа оно все сумбурно выглядит, но все-таки.
Пока все довольно забавно, внезапно. Хиза-хиза. Приготовьтесь, я убираю барьер. А мы же информацию не выс... А, сбивать. Я и не таких убивал. Ладно. Но мне надо идти чинить телепорт. Вы даже сами доберетесь? И нужно идти чинить телепортатор. Спрашиваю, доберемся ли мы сами? Ну да. Простите, что не могу отвезти вас сама. Дальше просто идите по прямой. Дальше нам просто по прямой. Ясно, ясно, ладно, открывай. Идти по прямой, мне кажется, это отсылка к Final Fantasy 13. Слушай, я все думаю, для чего все-таки нас сюда привезли? Понятия. Наверное, решили. Спасибо, что мне дали прощать. Фраг умер в заставке? Вау. Все хорошо? Да, спасибо. Да что ты, тебе спасибо. А ты как? Ты в порядке? Да, извинилась. Да ладно, я просто вернул должок. Ну, спасибо. Ага. Мы хорошо ладим, да. Ну что, пойдем что ли? Да если тебя дерево убило как? У меня как-то стена убила в финалке. Так что все нормально. Это свет. Какой же был, когда появились все монстры? Ой-ой-ой, кажется, дело плохо. Нам нужно сломать стену. Проломите стену. Но это что-то какие-то другие стены. Блин, как это выглядит деревянно. Мысли достали уже. Смотри, вон там, где? Это же... Ладно, вместе. Да. Давай. Теперь вы можете использовать прием Сары. Как? А, я понял как. Мы все же выбрались. Ага. Однако, ты молодец. Да, и ты тоже. Может, не такая ж? Мы неплохая команда. И правда, может быть. Конечно, наверное, где-то недалеко. Пойдем. Ага. Как думаешь, может быть это он? Сейчас узнаем. О, сюда, сюда. Здравствуйте, новый Хисо Сара. Я вас ожидал. Встречный Хисо? Он самый. А значит, это вы нас призвали? Да, мы не смогли справиться сами. Простите, что потревожили вас. Он просит его извинить. О. Ну, давай ближе к делу. Нам нужно с ним разделаться. Да, большой барьер, не избавление. Мы лишь сдерживать можем это чудовище. Если вы его не одолеете, то и вернуться домой, боюсь, не сможете. Значит, у нас нет выбора, придется его прикончить. Что происходит? Что это? Мы разберемся. Вперед. Жаль, оружие это даунгрейдер. Ну, типа она стала слабее.
Так бы я бы ваншотал и была. Они, видимо, хотят, чтобы я разные типа оружия использовал и наносил больше урона, критовал и прочее. Типа та самая знаменитая боевая система 15 финалов. Ой, а как я это сделал? Все как обычно мимо, да? Блин, а как музыка не идет? Этим бизоном. Вместе мы сила. Отлично. Ого, какие вы сильные. Не зря я вас призвал. Пожалуйста, спасите нас на Рон. Ну, конечно. По-другому нам все равно домой не вернуться. Спасибо. Но пока нет, а что? Так, и что нам делать? Телепортат тоже, наверное, починили. Мы должны отправиться за большой барьер и скрывшись с стирателем. Стиратель заперт за большим барьером. Понятно. Ну что, тогда пойдем? Еще он похож на этот, на мишленовский символ. Там, где человек шины белые или что-то, не знаю. Ну и ну. Ого, это совсем другое. Да, это уж точно. Как видите. Сила стирателя неуклонно растет. Рано или поздно оно распространится на весь мир. Когда не будем терять времени? Мне горько, что я не могу сам защитить свой народ. Разумеется, я прекрасно понимаю, что вы сейчас чувствуете. Пришло смотреть, как какой-то чужак разрушает твой дом. Спасибо, вы очень добры. Я готов убрать барьер, только скажите, как подготовитесь, приходите. Мы все хотим вам помочь, у нас есть много чего на обмен. Это вам от нас скромный подарок, пожалуйста, примите его. Благодарим. Они подготовили для нас какие-то припасы, правда? Вот, спасибо. Давай глянем, что у них там. Если у вас Мега Феникс, я найду для вас кое-что интересное. Так что кого-то из моих друзей было, поспрашивайте. Да у меня есть Мега Феникс. Я не хочу их ограбить. Рвение Икс. Да есть, а как им дать? А, или они говорят то, что они могут дать, а если у тебя есть, они не дают. Да. С кем поговорить надо, я не вижу. А. Здесь же карты нету. Готовы, убираю барьер. Помните, когда вы минуете барьер, пути назад уже не будет. Да? Го со стирателем драться. Как думаете, как он выглядит? Тоже время пришло. Пожелаю удачи. Ну что, вперед. Жаль, что девушке не дали подраться. Только дали за нее побегать и... телефоны поотжимать, повозвращать, и быть точнее. Мне вот интересно, это правда, что ли, принц? А? С чего ты взяла? Ты малыши кричали про принца. Давно тебе не изучили нас как следует, прежде чем призывать. Значит, мы уже король, ну да ладно. Мы вроде им как стали в конце игры. Сейчас дадут. Почти пришли, да. Но мы справимся, ведь мы команда. Согласен, вместе мы можем издюжить. Может? Как насчет точно? Ладно, Каскад, давай покончим с этим. На стрельбу в наших мирах. Ага.
тебя Гилгамеш будет. А? Нондойс? Это не пришелец? Выглядит похоже, но... Эй, что с тобой? Стой, Ноктис, отойди! Попался! Эй! А? Теперь она моя? Что? Откуда еще одна я? Это сила моя. Что происходит? Почему тебя две? Самой бы понять, я не знаю. Разительная сила, на что они похожи? Ты кто такая? Я богиня, скоро буду править тем, что есть в этом мире. Я стремился заполучить эту силу и присвоить ее. А? Богиня? Это чушь она несет. Что было твоим, теперь мое. Как прекрасно. Что? Ты украла у меня мою силу? Украла? Одолжила? Забрала? Важна лишь суть. Ты что, потеряла свою силу? Нет, вроде ничего не изменилось. Может, она ее просто скопировала? Точно, скопировала. Я скопировала тебя. Благодарю, ты придала мне сил. Я стала могущественнее. Вам двоим нет места в моем мире. Я сама вас выдворю отсюда. Это тебе здесь не место. А что это этот мир в покое? Этот мир мой, он только мой. Ведь я богиня. Да хватит уже, богиня тут нашлась. Давай с ней разделаемся. Ага, Ноктис, вперед! Интересно, будет плащ добавлять босса из нейроавтомата? Как же все медленно двигается. Они, по-моему, в заторможенном режиме двигаются почему-то. Забавно, что командный удар наносит много. К царю и так далее, так далее. Когда обычно наносит по 200. И будет забавно, если это конец. О, шарики. Стоп, она ХП восстановила? А не, она еще одну копию призвала. И как предметы используют? Ой. Ой. А, вижу. Магаста!
Хорошо, что я неуязвим, когда идут эти суперприемы. И... Ну, ей не все хлоп. Она мертва? Не все хлопы снял. Ой, нет. Ни за что. Вам ни за что от меня не уйти. Этот мир принадлежит мне. Что происходит? Они сливаются? Меня переполняет сила. Эта сила не знает границ. Это беспредельная сила. Моя. Никогда еще не видел таких чудовищ. Она как привидение. Да, неприятная. Теперь пришло время уничтожить вас. Раз и навсегда. А после я завершу этот мир. Мой мир. Кардосба, мы сразим тебя и вернемся в свои миры. Да, твоему террору настал конец. Сара, вперед! Да! О, ХП восстановили, кстати. Я в смысле, я удерживал квадрат, чтобы вернуться. Сиди, игра. Блин, мне забавно то, что у меня мувсеты другие. Таких не было бы. Ни у кого, по-моему. Твои же анимации сделали. Здорово. Ноктис. Нокто да и. Просто нок. Когда нок? Блин, музыка топла. Благодаря тебе я смогу продолжить свое странство. Я перед тобой в долгу. Эй, ты еще знаешь? На себя посмотри. Пора прощаться. А, ну да, наверное. А? Ты чего? Ты смешной парень. В курсе? Как говорится, свояк свояка видит издалека. Неужели тебе правда так грустно со мной расставаться? Ну, мы ведь через многое прошли. Я помню, какой у тебя был взгляд. А что она мне втравила? Конкретную заварушку. Ага. Еще, твоим друзьям сложно сидеть без дела, пока отрыбачишь. Что? Откуда ты об этом знаешь? Мне сказал Хисо. Они собрали впечатляющую информацию. Поразительно. И как-то стрёмно. Хм.
Нокто. Но тебе нужно быть более откровенным в своих чувствах. Если упустишь шанс, другого может и не быть. Ладно, приму к сведению. До скорого, но... С тобой было весело. Ага, до встречи, Сара. Ну, видимо, на этом квест все. Но он был довольно забавный. По крайней мере, здесь были догонялки. Уже хорошо. Но все развивается слишком стремительно. Блин, это ремейк же какой-то финалки, нет? По-моему, Final Fantasy 4 интерлюд. Ну, вступление, то бишь. Но не точно. Могу обманывать. И очень даже сильно. Ну что, как вам квестик? О, смотрите, даже написано, кто делал русскую локализацию. Blocks.a. Не знаю такого. Мне казалось, этот какой-то там клаб делал перевод основной игры, я думал, и этого сделает. На халяву дали, так что норм. Что такое? На халяву всякое. Во, написано Мисс Волкер. Они, собственно, и делали Terra Wars, и ее основал Сакагучи, насколько я помню. Выполнено. А какая награда будет, интересно? А, выполнили совместно с Terra Wars задание. Награду за выполненное задание сможете использовать клинок Сары в основной игре. Давайте посмотрим статы. Ну, он, по крайней мере, был забавен геймплейно. Шалочки. Вот бы в основной игре такое, а? Как думаете? Как считаете? Блин, да, она же главное меню выкидывает. Ладно, я, наверное, сейчас пойду поем. Вечером, может быть, заведу, может быть, нет.
Потому что я хочу взглянуть от Атласа в хоррор на PS1. Таба. Наверное, знаете такого. Там данж-кроулер внезапно. Так, а как мне сейф теперь загружать? Блин, я что, за 6 минут, что ли, прошел? Ну, go, автосохранение. Или я должен свою запись загрузить, а там будет клинок Сара. Я что-то вот этого не понял. Сложно. В общем, следующая цель, это, я полагаю, DLC 15 финалки. Я там, наверное, не буду всем обмазываться. Скорее за Раш, потому что она в печенках сидит, 15-й финалкой. А мультиплеерный DLC я даже запускать не хочу. Но мне интересно, что там. Но не хочу. Но там есть подозрение, что они хотят весь мир лампочками снабдить, и в этом суть все. И все происходит до пробуждения принца Ноктис. Но это не точно. Но мультиплеерный DLC не будем трогать. Мы узнаем, зачем ушел Гладиолус, вообще не мотивировав это ничем абсолютно. Как лишился зрения Игнис. Ну и промпром-то, как он в плену оказался. Блин, а интересно, как Игнис лишился зрения и в плену? Будет забавно, если это уместят в 30-минутную драму, как этот квест. Это будет очень смешно. Так, снаряжение, Ноктису. Вот меч Сара. Ха-ха! Ну, этот квест, если что, доступен с 5 главы, по-моему. Поэтому по силе он не очень силен. 179. Пронизан святой силой, при полном запасе здоровья увеличивает запас атаки. Собственно, меч я получил. Все, прошли. Да здравствует патч. Как-то так. И, по-моему, должны мелодии были открыться, но это не точно. Блин, звук странный, как будто сейчас прилетят эти космонавты. Блин, они походу и летят, да? Блин, интересно, а в каком игре я еще выбил платину или нет? У меня пока в чертовой 15 финалке она есть. И то я даже сказал бы, что я перевыполнил ее. Ха-ха-ха-ха. Стоп, магазин, я хочу глянуть, купить. MP3 плеер. Новый ус. Печка. Ничего нету. Ну ладно. Так. Ну и я, пожалуй, до причала доеду. Блин, я fast travel использовал. Я хотел под музычку за место этого конечного экрана сделать. Потому что когда четвертая плойка, у меня нет заглушки ньюза, потому что я не знаю. Надо бы не лениться. Мне просто все время кажется, что она возьмется и повиснет к чертовой матери. Жалко, что нельзя посмотреть другие квесты предыдущих патчей а-ля с Ассасином Кридом, которая была коллаборация. Чисто посмеяться. Мне кажется, там тоже квест был бы на минуток 10.
Ладно, я убил свое любопытство. Этот квест намного лучше, чем все квесты Final Fantasy 15. Хотя нет. Мелюды забавные. Да, жабками забавные. Вроде еще что-то было забавное, но их было крайне мало. А, ну и можно сохраниться же, да? Действительно. Там-то и не сохраним с руками. Кормить кошку. Ну да, забавно было. Вот забавный был лор у данжей дополнительных, но они такие душные были, господи. Трогательный данж был забавным. А, я вспомнил, что я хотел глянуть-то. После того, как я прошел Last Guardian, мне было интересно, сколько он весит. Внезапно. Нет. Черт, я не могу закрыть. Ладно. Тринадцать гигов. Ничего себе. И она получше будет игр некоторых, которые весят 60 гигов. Например, вот получше вот этого будет. Сколько она там? 42. Чтоб за это ачивку дали? А не, хоть мы и далеко от Латгарда. Ладно, на этом, пожалуй, все. Увидимся. Ну, 90% что завтра, 15-я финалка, DLC, ура-ура, новые механики, другие персонажи. А, попробуем их зарашить, а дальше посмотрим, что будет. Ну, так что всем удачи. Всем пока.